Всем привет, мои дорогие друзья! Да, мы, собственно, продолжаем проходить нашу дорогую игрушечку Спанч Боб Hero Pants. У нас тут в прошлой серии мы с вами одолели босса. Как бы одолели? Ну, просто победили босса, планктона робота, грубо говоря. Так, и здесь нас сейчас ждет... Следующая локация, кстати. I'm super ready. Блин, зачем я это сделал сейчас? Не надо пока было делать. Сейчас я случайно, ребят, извините. Так, ну что? Фрагменты книжки, мне кажется, уже можно не собирать, потому что я так не все собрал. Сундучок. У него уже откуда-то 700 монет. А, я уже в прошлой серии не улучшал после того, как там прошел. Ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Еще есть? Блин, я не так хотел сделать. Ладно, сейчас. Просто я все-таки стараюсь как можно больше их собрать, чтобы потом на случай чего как сказать, быстренько там пособирать. И в общем-то все. Так. Подождите, а это откуда? И смысл мне сейчас это... Ну ты что делаешь-то? Всего лишь сундук, как бы, поэтому... Hey! You're a lifesaver! But be careful, it won't last long. Aha! A page! Grab it! Вот, кстати, страница. Но это не страница, это уже конец уровня, под уровня. Such a shame. Usually I love robots. Vanished, like a bad dream. Primitive spatula, but you're kind of in my way. Such a shame. Usually I love robots. Так, а что за... Подождите. Я не могу понять. Подожди.
как это? But you're kind of in my way. It's true. The clarinet is really, really, really hard to play underwater. Тогда где мне взять страницы книги-то? Камеру управлять нельзя, поэтому я не могу видеть, кто там меня вообще бьет и не бьет. Так, куда идти-то вообще? Just got one less piece of litter. Pick up that paper. Так.
Почему я не могу разрушить? Вот уже второй под уровень мы закончили, а страница книг почему-то я так и не нашел. Не знаю. Тут уже... Не, ну это вообще капец. Где страницы книги-то? Куда вы их дели вообще? Hero, but be careful, it won't last long. Bikini Bottom just got one less piece of litter. Pick up that paper. Вообще как-то не очень тут придумано то, что уровень на подуровне разделять именно в этом. It's a shame. Usually I love robots.
superhero. But be careful, it won't last long. Нашел только одну. Ну зато я здесь кубок нашел, как бы это тоже неплохо. To think people once had to eat these. To think people once had to eat these. Блин, осторожно. Фрагмент книги. Так. Мега комбо. Подожди, что? Я чё? Типа улучшил, что ли? Ладно, давай дальше. Some floors are very weak and will break if touched. I'm ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Oh yeah, super charge! To think people once had to eat these. Я же прыгнул нормально. Хотя монетки можно пособирать, ладно. Так. Hey, Heart, you're a lifesaver. Я хочу еще там пособирать. Ой,
ты что делаешь-то? Так, что-то я, по-моему, слишком рано это переместился туда, этот уровень. Кто-то ничего не собрал. Так. Там что за кнопочки? Wait a minute. You're not Plankton, you're a robot. To think people once had to eat these. Блин. This cat wants to eat me. Uh-oh, Sneaky Bubble, let's find a detour. Что, ключик? Вот робот. Тут здесь робот. Где... Разработчики, вы видели, где... В мультике, чтобы были роботы, ну, в смысле, именно, ладно уж, это, а в полнометражном...
mountain land. Ух ты, ух ты. Что там? Кубок. Hooray! Collect that and we are one page closer. I'm ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Блин. Ну ты чё уж? Возьми монетку-то. Нифига себе. Superhero jolt. Vanished like a bad dream. Stinky bubble, let's find a detour. Hooray! Hard shot, lifesaver. The key box has got one less piece of litter. Pick up that paper. Тут взял книжку, да? Потерять-то вернуться. The nation land with you. Vanished like a bad dream. Подожди. Так, ну, что значит? А, понял. Так, и там справа еще одна такая же есть, да? Угу. Plankton, you're a robot! Так, еще кнопки. Ладно, давай.
сверху еще одна, походу. Collect that, and we are one page closer. Escape sticky gum traps by repeatedly jumping. I'm ready to be a superhero. О, сразу монет. Be careful, сколько? It won't last long. Как-нибудь их возьмем. Получится ли? Usually I love robots. Careful, it won't last long. Надо бы спуститься, потому что здесь еще монеток нифига и может быть еще что-нибудь. Ooh, I feel tingly. Hey, Art, you're a lifesaver. Осторожно. О, опять платформинг, типа платформинг. Thank you.
просто говорю, тут нету поворота камеры, поэтому я не могу понять, куда прыгаю, куда прыгаешь вообще и все, все такое. Блин, я ждал времени вообще. Your progress is saved at the end of every level. Hooray! Collect that and we are one page closer. Как это разрушать? Не могу понять реально. That'll give me a superhero jolt. Hero jolt. Such a shame. I love robots. Like a bad dream. Подождите, ребят, сейчас. Не рушится уже. Так. I'm ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. И зачем тогда надо будет платформу тут делать? Стоп. Вы что хотите, чтобы я вот эту штуку? Да так не получится, ребят, вы что? Ну не получится так. С ума сошли. А, нет. Может и получится. Только надо по-другому маленько это сделать сейчас. Так. Делаем вот так сначала. Теперь вот так и вот так. Да блин. Вот. Как это?
Так. Ну, учитывая, что у нас не прокачано. Давайте вот тут тоже прокачаем тогда. Repeatedly, you'll get a devastating melee combo. I'm ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Так, а, что это? А нет, просто показалось, что на нем можно встать. Нет, нельзя. Блин. Ну хотя бы один раз я ношу фрагмент книги на первом же подуровне. Хотя вроде тут практически все уже лазию смотрю, но ничего нету. Вот единственный минус как бы касательно этой игры, это то, что здесь нельзя возвращать камеры, потому что здесь это очень важно было бы, потому что чтобы разглядеть, где там эти находятся эти фрагменты книги и все такое. Так. Тихо. Как? За что ты делаешь-то? Ему вообще бесполезно, потому что он все равно тебя задевает. Там открылось-то. Ну то дверь что ли там одна была какая-то. Даже еще ключ. Okay.
Блин. Черт. Ну и куда идти-то? Вот видите, что происходит. Bikini Bottom just got one less piece of litter. Pick up that paper. Так, стоп. Hooray! Get that and we are one page closer. Вторая страница книги. И финал. Интересно, они там спрятали, конечно, ее. Тихо. Так сразу. Тут я ничего не заметил, что они там делают. Your progress is saved at the end of every level. Be careful, it won't last long. Так, вот это уже поинтереснее. Ой, блин. Третья страница книги. Хм. Так на видном месте практически, а вот...
И тут четвертая. Так, вверху там что у нас, ребятушки? Jellyfish is neither jelly nor a fish. Здесь есть. I think. Финальная страница книги. Ну, не финальная. Ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Смотрите, будет сейчас повнимательней. Какое я достижение получил? For superhero action. Так, а туда вниз можно спуститься или нет? Блин. Be careful, it won't last long. Daddy wants to eat me! Так. Еще один подарок. Ладно, я, кстати, кубок не нашел в этом уровне еще до сих пор. Вот
как тут это... кто-нибудь скажет, как это сделать? Не разрушает это же. It won't last long. People once had to eat these. They just vanished, like a bad dream. Ух ты. Me right in the heart. But in now I'm ready. Так. Вот где кубок этот взять? Stinky bubble, let's find a detour. I feel so extra special now. Погодите-ка. Очевидно, не пройдем. Там закрыто. Пока что. А вот, кстати, и кубок. Блин. Да, это будет сложно. Как же его? О, блин, тихо. Конечно. Так. Есть. Я это сделал. Сделал только. Я еще не допрыгнул просто так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
Может, тогда цифры запомнишь. But in a good way. And now I'm ready. Well, complete. Ну, три из четырех собрал, по крайней мере. Так. Fun fact! Most sea sponges do not like to live in pineapples. I know, crazy, right? I'm ready to be a superhero! But be careful, it won't last long. To think people once had to eat these! You're kind of in my way. I think this caddy wants to eat me. Really, caddy? To think people would want to eat me. Another one down. И знаете, почему-то здесь... Подождите-ка, дайте-ка я посмотрю. Может быть, тут есть... Почему музыки нету здесь? Вообще, тут я во время, как сказать, геймплея музыки вообще не слышу. Или все-таки, подожди. Boy, did I pick the wrong day to leave my Bubba Wand at home. Только очень как-то даже тихо. Вот теперь есть. Ладно. Только очень... I'm ready to be a superhero! But be careful, it won't last long. Передвигается. Wait a minute! You're not Plankton, you're a robot! I think this daddy wants to eat me! To think people once had to eat these. Huh?
You're a lifesaver. Вот видите, вот камеры реально нельзя ни повернуть, ни... Bottom just got one less piece of litter. Pick up that paper. You can double jump by pressing the jump button twice. I'm ready to be a superhero, but be careful, it won't last long. Опять музыка пропала. Когда уровень начинается, музыка пропала. Вот, отлично. Wait a minute. You're not Plankton, you're a robot. Let's find a detour. That'll give me a superhero jolt. Aha! A page! Grab it! Почему вот нельзя реально разрушить? Я же разрушал вот сооружение, блин. Тут можно. Странно как-то. Imagination land with you. I think people once had to eat these. Bikini Bottom just got one less piece of litter. Pick up that paper. To think people once had to eat these. I feel so extra special now. Я не это хотел бы сделать. Lifesaver. Imagination land with you. Finished, like a bad dream. Кнопка. Что она делает? А, понял. Be careful, it won't last long. Aha! A page! Grab it! You can double jump by pressing the jump button twice. I'm ready to be a superhero! But be careful, it won't last long.
монет я уже собрал за всю игру-то, блин, вообще капец. Монет больше, чем всех других предметов. Стоит это ящик. Нет, туда я не допрыгнуть, это точно. Там уже нет смысла это. Easy there, giant ugly creature. You know this guy? Looks like he's one of yours. Distant relative at best. I think our best move now might be to run for it. Your progress is saved at the end of every level. Так, это, по-моему, сейчас будет типа погоня, но не... ну как босс, но это уже не битва с боссом, а погоня.
тут. Такими прыжками от него убежать, это постараться еще. Да блин, ты что, ты падаешь ты? Так, нафиг отсюда. Get into his mind like that, but with this page we just might, and they all went into SpongeBob's brain. Guess it didn't work. What is happening? Так, чтобы улучшить, у меня не так много монет, поэтому. SpongeBob, if you lived inside your own brain, where would you be? If I were me, I think I'd be this way. You can double jump by pressing the jump button twice. Так, ну что, ребята, давайте пока на этом мы с вами закончим. Следующая серия должна, по моим расчетам, быть уже финальной. В общем, всем спасибо вам большое, ребятушки, за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. Скоро увидимся, ребятушки. Давайте, не скучайте. Всем пока, ребят.